Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин ToCamp и видеообзор нового товара, представленного не только у нас в магазине, но и на нашем российском рынке. Крепеж DS200. Это крепление для спиннинга, которое устанавливается в надувной лодке ПВХ. Устанавливается на систему крепления Liktros. При необходимости вы можете спокойно отрегулировать угол наклона при помощи двух гаек, смещая данную планку вперед или назад. Вы всегда сможете подобрать нужный угол наклона, независимо от диаметра вашего баллона. Длина трубки 200 мм, диаметр 40 мм. При необходимости за эти отверстия вы можете подцепить воблеры или другую оснастку, которая вам понадобится во время рыбалки. Понравилось данное крепление, заказывайте у нас на сайте, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если понравился держатель для спиннингов. Рекомендую.